Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, значит, у нас турбо-Нива. Я очень рад этому событию, потому что все любят Нивы, все любят бездорожье и все любят турбо-тазы. Ну, в основном, огромная аудитория, их много, этих людей очень. А когда в бездорожье и внедорожник классический, один из самых лучших в России, ставит турбину, он становится гениален. Вообще, Нива, она сама по себе гениальная машина для своего времени, когда она выпустила. Даже на отечественном вообще конкурентов не было. Тогда были УАЗики, Москвич разобрал этому Мишку. И когда вышла Нива, это был комфортный автомобиль, полноценный кроссовер с постоянным полным приводом, внедорожник, который реально мог ездить. Тогда это была революция. Вот когда вышла Нива, это как будто кто-то из будущего вернулся, сделал, и все. Она была гениальна, это было лучше, чем Land Rover, она была быстрая, она была управляемая, она была комфортная в салоне. И это действительно был, он можно назвать выдающимся русским автомобилем. Но, к сожалению, для того времени было нормально, шли годы, ничего абсолютно не менялось, Были легкие доработки там, по кузову, там, по ходовке. И основная проблема Нивы, несмотря на ее гениальность, сейчас, естественно, это низкая жесткость кузова, не едущий двигатель. Вот проблема с двигателем, она всегда вставала там на первые места. Это один из самых недостатков. Ставят и опелевские моторы, и все остальное. Но здесь поставили турбо. Примерная расчетная мощность этого автомобиля, ну, не больше 200 лошадиных сил, то есть на максимальном надуве, вот. Но, тем не менее, сегодня мы, естественно, проверим этот автомобиль, как он тебя покажет. Очень интересный автомобиль. Естественно, ребята им строили сами, то есть достаточно большое количество времени потратили на отстройку, доводку, вот. Бюджет всего автомобиля, то есть вложено вот в стандартную пятизвёздную Ниву, 75 тысяч рублей. Поэтому нельзя его назвать турбо-монстром. Это обычный стандартный городской автомобиль. Тогда давайте, значит, откроем капот и посмотрим, что же внутри. Но сначала, прежде чем говорить, что-то внутри там, вы посмотрите внешне, как она смотрится. Она абсолютно стандартная. Асваровские галогенки, элементарные вот эти, литье нивовское, да, с небольшим выносом, вот эти вот молдинги, то есть смотрится как стандартный автомобиль, зеркала, все, внешне никаких нет понтов, там каких-то там спойлеров, там ксенона, бесов, ничего нет, абсолютно, даже если присмотреться, мы даже кулер не можем увидеть. Все так замаскировано, как на дороге не скажешь, что это турбированный автомобиль. Давайте посмотрим техническую часть этого автомобиля. Итак, значит, что у нас под капотом? Естественно, под капотом турбина 17 гар от Saab. Давление на максималке там 1,2 бара. То есть, ну, примерно тут, ну, 200, не больше 200 лошадей. Форсунки тоже Saab. В основе у нас не 16-клапанный двигатель. То есть, грубо говоря, 1,7 восьмиклапанник. Соответственно, у нас остался тот крутящий момент. Вал стандартный. Голова доработана под клиновидную сферу. Степень сжатия достаточно низкая, 7,8. Вот, в принципе, вот это вот в мебельном магазине пайпинги все заказали. Радиатор у нас стандартный, но чтобы там кулер поместился, вот он здесь вот где-то вот его не будет видно. Стали более производительный вентилятор от Калины. Соответственно, чего-то экстремального, ну, низ, не упорщен, естественно. Соответственно, что-то экстремальное, какого-то тут сверх ненадежного здесь нет. Бензонасос Масума 103 от Toyota Supra. Естественно, форсунки, я уже, по-моему, говорил, что от Saab стоят. Поэтому не экстремальный мотор, да. Расход примерно, эта машина в спокойном режиме литров, ну, сколько ест она? 12 литров. То есть этот мотор в спокойном режиме не напрягается и ест меньше, чем обычный нивовский мотор. Так, подвеска, естественно, стандартная, все абсолютно стандартное, но карданы были заменены на шрусовые, чтобы не было излишних вибраций. Естественно, мощность у нас поднялась сама по себе у автомобиля, а нагрузки на трансмиссию, естественно, выросли. И поэтому, чтобы она неоднозначно себя навела, пока тормоза стандартные и подвеска тоже. То есть хороший городской автомобиль, на котором владелец ездит каждый день и особо не парится, с большим запасом прочности. Естественно, выхлоп 63-й, резонатор и глушитель Fox. Так, ну, значит, что можно сказать? Мне очень нравится конструкция, она очень простая, недорогая, самое главное, да, что актуально для Нивы, потому что ставить сюда шестнарь на большой турбине, во-первых, была бы... Хотя есть, по-моему, в Украине Нива очень мощная, но там
трансмиссия не держит эту мощность, как бы, по крайней мере, недолго. А здесь, то есть, малобюджетный автомобиль, но с большим запасом прочности. Вот, давайте посмотрим салон, может быть, что-то там изменилось. Итак, ну что по салону? По салону у нас вообще здесь полностью стандарт, абсолютно ничем не отличается от обычной Нивы. Ну, что могу сказать, для внедорожника ты сидишь лучше, чем в УАЗике, да, чем, по крайней мере, в Хантере. Тут есть комфорт, тут есть пластмасса, тут есть какая-то шумоизоляция. То есть, в принципе, легковая посадка, рука помещает, переключения легкие, четкие для у этой коробки, в отличие, например, от тех же тазов. Давление наддува у нас показывает вот этот вот прибор, естественно, и все. Сказать о том, что что-то здесь прям турбо-турбо, там ничего, это ничего не выдает этот автомобиль. Мы сидим в стандартном автомобиле, ну, бардачок, что, все, ручник, все, ничего нет, все, раздатка, все работает. Блокировка межосевого дифференциала, естественно, тоже, все. Можно ездить в лес, можно ездить по городу, и причем в город, ну, вот сейчас динамику мы проверим, конечно, но так-то, в принципе, нормально. Давайте попробуем назад сесть. Итак, значит, ну вот отличие пятидверки от трехдверки, естественно, то, что сзади мы можем, во-первых, сесть не через передние двери. И здесь есть места достаточно много, то есть я хорошо, удобно мне сидеть. В принципе, естественно, я сейчас покажем багажник, но нормально по сравнению с трехдверкой, места много, естественно, одна автомобиль удлинен. Комфорта для задних пассажиров, естественно, минимум, нет ни подлокотника, нет ни электроциклоподъемников, дефлекторы у нас снизу, но, в принципе, неплохо, что, как говорится, по городу можно спокойно ездить. И, ну, сейчас на ходу проверим, в общем. Давайте посмотрим багажник. Итак, значит, открываем багажник. Опять же, преимущество перед трехдверкой, то, что здесь он есть. В принципе, да, полноценный большой багажник. При условии мы можем, естественно, снять полку. Здесь она, типа, какая-то музыкальная или обычная? Обычная, а? Музыкальная полка. Сиденье откидывается, но мы не будем этого делать, потому что долго снимать подлокотники. В общем, естественно, не все полностью продумано здесь, но именно в пятидверке. Но, тем не менее, багажник есть, он большой. Вот в этом, естественно, преимущество перед трехдверкой. Естественно, теоретически пятидверка уступает в проходимости, теоретически, но практически, именно в практически, со слова практическое использование, она, мне кажется, выигрывает, потому что здесь могут сесть 5 человек, и у нее будет большой багажник. Но мы, на самом деле, не про пятидверку снимаем, а про турбо, так что давайте попробуем на ней проехаться тихонечко, посмотрим, на что она способна. Ну что, первый раз в жизни за рулем турбо-Нивы. Насос у нас чувствуется, качает, короче, да? Качает. Так, сцепление, кстати, стандартное? Сцепление люк стоит. Так, ну что, у нас вот в салоне буквально тишина, но очень скрипучий коврик. Ручник снимаем. Так, снизов очень мотор хорошо берет. Как же страшно, турбо-Нива. Вообще с дурдом. Как же нетипично это для этого автомобиля турбина. Так, пишемся, наверное, да? Да, пишемся. Сначала я не буду топить. Мотор, он очень ровный, то есть могу сказать, что этот мотор, мы не на корче едем, мы едем на вот такой должна быть Нива, с таким мотором, идеально просто, легкий очень подхват, плавный, то есть у нас нет огромного какого-то резкого подхвата, мы не чувствуем, в принципе, какую-то там турбо-яму. Я, конечно, сейчас, о боже мой, свадьба, а знали бы они, что мы едем на турбо-Ниве, да? Давай, самая быстрая приора, да. Сейчас мы будем всех наказывать. Хорошо.
в городском режиме. А почему оборот так низко? Это нормально, да? Что низко? А, нет, все нормально. И могу сказать, что, ну, у меня пока слов нет, только эмоции, но вот по ощущениям, ну, вообще не корч, честно, абсолютно, ребят, не корч. По городу можно ездить, как бы, мотор не шумный, не на холостых, нет вообще вибраций, там, как на валах, да? Ну, потому что здесь вал стандартный стоит, естественно. Чувак на двинаре хотел обогнать. Ой, я... Это же просто поражение это завода. Как я на шестнаре и Нива меня может обогнать? Ну, ребята, я вам хочу сказать, это очень круто. Для полноценного полноприводного автомобиля с постоянным полным приводом динамика более чем. И мне очень нравится в городе этот автомобиль. То есть мы ничего не можем сказать, что мы высоко сидим, да? То есть у нас мягкая подвеска, самое главное. Мы можем заехать на любой бордюр, в любое поле, в любую грязь. То есть здесь нет какой-то жертвы там. То есть она не потеряла свои внедорожные способности. Я считаю, что... Ну что там? Калина. Еще бы для идеала здесь поставить усилитель руля. Или он уже не помещается никуда? Если только электро поставить. А, вот электро, да. И этот звук было плохо. Так, камера продолжает снимать? Да. Вот когда едешь на Ниве, тебе кажется, что она так не должна ехать. И ощущение динамики усиливается просто. Пятая есть? Машина чувствуется отлично, температура не поднимается, идеально. Мне кажется, что мы можем выехать, ну как на бездорожье, просто проехать по неровной дороге на этом турбоавтомобиле. Понимаете, это турбо-ТАЗ, который может ездить по плохой дороге. Турбо-ТАЗ, который может ездить по плохой дороге. Звучит, да, как? Так, здесь, наверное, мы не найдем никакого бездорожья абсолютно, потому что для этой Нивы не существует. Чтобы засадить эту Ниву, нам надо час туда ехать вглубь. Вот, это вообще круто! Это круто! Очень удобная коробка, то есть рычаг четкие включения. Здесь надо обратить внимание, что рычаг удлинен, вот, поэтому мне очень даже с моим ростом легко дотягиваться до любой передачи. Со второй автомобиль идеально тянет, обратите внимание. И самое важное, что крутящий момент не пропал. Я думаю, если будет, например, 16-клапанный двигатель, у нас все же, на мой взгляд, будет хуже момент снизу, но будет более ярко выраженный подхват, например, после 3-4, и это уже будет не совсем ровный двигатель. А так, машина мне нравится. Очень сбалансированный автомобиль. Блин, вот как в поле Нива так может ездить? Это же вообще... Так, мы чуть по грязи не можем проехать? Ну вот, легкая грязь. Ниве все нипочем. У нас потому что полный привод остался, и нам пофигу.
На турботазу в полях. Вот это уже не тут уже переднеприводные тазы не смогут показать все, на что они способны. А Нива может многое. Мне нравится эта Нива, честно. Здесь просто постоянно ездит. Здесь мы ездили на Turbo Forester, здесь мы ездили на Патроле 400-сильном. Очень круто. Это очень круто. Мне прям нравится. Так, а что тут? Что они тут? Что там? Мусора наложили. Но мы объедем. Кстати, шум раздатки, мне кажется, меньше, чем у обычного автомобиля. Меньше шумит. Потому что вот на трехдверке, на белую, шум вой трансмиссию больше слышен, чем здесь. Это 100%. И, естественно, лучше устойчивость. Так как машина более как бы длинная, база длиннее колесная. Хорошо тянет мотор и... О, это очень круто, ребята, это очень круто. Мне очень нравится. Нормальный бездорожье, конечно, найти, но погода не та. Мы обязательно проверим эту Ниву, когда у нас хотя бы там пойдут дожди. Сравним ее с Гелендвагеном. Но, в общем, это круто. Это, ребята, круто. Мне нравится. Сначала попробуем замерить с тремя пассажирами динамик. Лучше, наверное, кидать сцепление скольки? 2.5? Ну, я где-то на 3, на 4 давай держу. Так, у нас сейчас. Проваливается, конечно. Теоретически мы же уже с буста стартовали. Есть смысл оборота больше бросить? Или вам, например, нужно выйти?
пробуем. Все равно есть пробка. Машина нагрелась. Машина нагрелась. Мы ее сейчас немножко остудим. Что там? 9,1. Ну хороший там знак мой. Итак, друзья, что я могу сказать? Для начала я передаю привет Ване из Петрозаводска, то есть владелец этой Нивы, вдохновился как бы его проектами, его Нивой, чтобы создать это, и он его вдохновил. Всегда в интернете так бывает, вот вы видите где-то, смотрите за ним, а потом что-то делаете. Я думаю, может быть, это видео тоже кого-то вдохновит сделать турбо-Ниву. В дальнейшем мы будем рассказывать вам об этом автомобиле, потому что сюда планируется усилить подвеску, поставить стабилизатор, поставить передние тормоза. Вот. А мне этот автомобиль очень понравился. Он сбалансированный, это не спортивный автомобиль гоночный, да? То есть он в городе едет прилично. У него остались, причем, проходимость, полный салон, ну, комфортная подвеска, что ну, актуально можно для Нивы сказать, да? И автомобиль, грубо говоря, вот такой должна быть Нива. Нива должна ехать примерно столько же, до 100. Да, то есть это быстрее, чем Приора. А она должна быть проходимой. Я считаю, что и расход здесь упал по сравнению со стандартным мотором. Я считаю, что владелец этого автомобиля добился чего хотел, то есть он сделал сбалансированную Ниву. Он не делал спортивную Ниву, он не делал турбо-корч, турбо-дрэк-корч, он делал сбалансированную Ниву. Я считаю, что это в этом проекте удалось, потому что мы везде ездили, машина даже на стандартных тормозах хорошо тормозит, она управляется ну, адекватно для Нивы, опять же, да, не сравнивать там с другими. Вот, поэтому это все, ставьте лайки. И следующее, что у нас должно быть? Следующее у нас будет новая пятерка BMW, я так думаю. Все, спасибо за внимание, до встречи, подписывайтесь.